Несколько десятков туй и елей теперь украшают небольшую аллею в микрорайоне Новая Самара. Это компенсация населению от городских властей тех деревьев, которые необходимо было вырубить для строительства микрорайона. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала восполнить озеленение территории. Хочу отметить внимание к нашему району, к нашим просьбам. Хочу сказать огромное спасибо за то, что не откладывается в долгий ящик. То есть буквально наше обращение и результат, он виден уже через достаточно вменяемое время. Высадить новые деревья у дома жителям помогала и глава Самары Елена Лапушкина. Растения были специально выращены в теплицах и питомниках муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз». По просьбе жителей выбрано именно это место, которое является для них таким местом проходным, куда люди идут и на остановки, и в школу, и в магазины. Конечно, сама по себе территория очень красивая. Убеждена, что все деревья до одного приживутся и будут радовать долгие годы наших жителей. Жители пообещали главе Самары бережно следить за новыми растениями. Они отмечают, что среди их соседей много людей, которые любят и умеют ухаживать за деревьями. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.